Привет, друзья! В этом видео я проверю свою печь-горелку на отработанном масле на безопасность. Для подстраховки я приготовил огнетушитель. Очень часто бывает, что печь-горелку нужно дозаправить во время работы. Давайте попробуем. Отработка. Заправил. Представим, что вся эта система находится в теплице или в гараже. Потолок где-то вот здесь вот. То есть криминального огня пока не было. Дозаправил, она сейчас начинает входить по новой в рабочий режим. Первое испытание выдержало. Давайте второе. Самое коварное. Допустим, пошел на крыше, на улице дождик, и в открытую трубу плюхнется много воды. Стакан с водой сейчас и залью прямо в трубу. О, как! Она чуть было не остановилась, не затухла, а потом сама вдруг загорелась и продолжила работать в том же духе. Интересно. Вода в горелке начала скворчать, как яичница на сковородке. Замечательно горит с водой. Для третьего эксперимента я приготовил кусок оргалита и доску. Допустим, это пол в гараже. А теперь делаю так, что разгоряченная горелка с маслом вдруг упала и опрокинулась. Ну, мало ли, ее задел кто-то. Но включать огнетушитель, думаю, пока рано. Вот она горит. Заметьте, масло на самом полу не горит. Горит только сама горелка. Постепенно огонь из горелки начинает переходить на замасленный пол. Вот это уже опасно. Если не принять каких-то мер, конечно же, может быть пожар. Вот видите, горение продолжается. Отсюда делайте выводы. Пролитое на пол масло – это опасно. Вот и закончилась проверка печи на отработке. Надеюсь, это видео вам было полезно. И не забудьте поставить лайк. А также заходите ко мне на канал, и вы там найдете много интересных и полезных видео. Спасибо, что смотрели это видео. Пока!